Ангарский городской суд снова продлил домашний арест, исполнявший обязанности мэра АМО Светланы Кожаевой, которая обвиняется в растрате бюджетных средств в размере более 1 миллиона рублей. 23 июля Ангарским городским судом рассмотрено ходатайство следователя о продлении домашнего ареста в отношении Светланы Кожаевой. Данное ходатайство судом удовлетворено, и срок содержания под домашним арестом продлен до 26 сентября 2014 года. На сегодняшний день постановление суда в законную силу не вступило. До того, как постановление вступит в законную силу, адвокаты обвиняемые могут обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях.